Друзья, всем привет, с вами Антон Воронков и на канале MyGT.ru. Напомню, что вчера у нас открылся магазин, новый наш на маркетплейсе Озон, который называется MyGT.com. В нем мы будем продавать оригинальные японские товары, продукты питания и хозтовары. Продукты питания в плане шоколадок, разных сладостей, конфеток, там, газировок, кофе, в том числе и зерновой, и в дрип-пакеты. Дрип-пакеты такая штука интересная, которая ставится на кружку, заливается кипятком, и получается настоящий такой зерновой кофе, но сделанный в офисе просто без кофемашинки. Вообще тема очень здравая. На самом деле, для офиса, которых нет кофемашинок. Вот. А сегодня мы добавляем много по хозтоварам. Это будут у нас порошки стиральные, различные отбеливатели, ополаскиватели, пятновыводители, в частности, жидких очень много добавим сегодня. Ну, не очень много, там 20 позиций. Вот. Хорошие, интересные вещи. Таких вещей, некоторых аналогов в России не продается точно. Вот это, например, там, для обработки вещей, которые нежелательно стирать часто, а просто освежают вещи, прикольно такие делают, как будто они постиранные были. В общем, это для спрея специально такая упаковка. Добавим много очень по пятновыводителям, еще различным отдельным, просто в том числе и спреи такие, и для ухода за кожей и волосами, за кожей головы, вернее, волосами. Это будут шампуни, в основном это будет два бренда сейчас пока что, это Кео и это Леон. В общем, добавим сегодня эти два бренда пока что, потом у нас расширение будет по ассортименту для ухода за волосами, будут прикольные такие шампуни тоже. Эти, кстати, тоже классные шампуни, вот особенно ProTech, они вообще, вообще классные. Я сам пользовался ими, тоже прикольные такие. Вот, и ну пока все, сегодня добавим около 20 позиций. Вчера мы добавили на вечер еще много ароматизаторов для дома. Там около 15 примерно ароматов разных. Вот, сейчас у нас 120 позиций на сайте. Сегодня добавим еще порядка 15-20. И до конца года мы это количество позиций по товарам по японским доведем до 500 примерно позиций SKU. Вот, выйдем ли мы на другие маркетплейсы помимо Озона? Да, конечно, мы сейчас на Озоне отработаем, потому что тема очень такая специфическая. Тут и сроки хранения достаточно ограничены многих товаров и так далее. Вот, нужно определенные условия хранения для них соблюдать. Поэтому мы сейчас это все разрабатываем, делаем. Это все сейчас у нас в плане тестирования, поэтому продукты будут будем добавлять постепенно, чтобы не напортачить. Вот поэтому вот как-то так. А ссылочка, конечно же, в описании к этому видео. В описании заходите, прямо в верхней его части будет ссылка на эти продукты. И, в принципе, в каждом видео нашем, в том числе и по моторным маслам, мы будем внизу самым добавлять эту ссылку как дополнительную, чтобы вы могли легко и просто всегда это найти. Подпишитесь на магазин, посмотрите, что у нас там есть, и продукты интересные. Как обычно, будут подарки в дальнейшем. Сейчас пока тут разработаемся маленько. Вчера стартанули хорошо, достаточно. Все, продажи пошли, все работает. Всем пока!